А она хороша. В ней есть все, чтобы очаровать. Буквально на день учащиеся лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина оставляют свой привычный образ жизни и примеряют наряды эпохи пушкинских времен. Яркие свечи, высокие речи, живая классическая музыка – все это словно по велению волшебника превращает школьников в изящных дам и кавалеров. Им не чужды особые манеры, они ценят истинное творчество и чувство такта, присущее пушкинским современникам. Хочется верить, что до тех пор, пока пушкинские строки являются родником лицейского вдохновения, у нас есть будущее. Этот день, конечно, еще одна возможность, помимо 19 октября, прикоснуться к тем временам, когда идеалы были настолько высоки, и понятие нравственности и чести было впитано, да, с молоком матери. Мы стараемся сделать все, чтобы наши учащиеся лицеисты тоже смогли посмотреть со стороны и примерить на себя те же идеалы, те же ценности. День пушкинской свечи для лицея не просто день памяти поэта. Каждый год педагоги разрабатывают целый план мероприятий, в котором каждый учащийся смог бы найти что-то более близкое его душе. А сопровождающая день живая музыка всегда настраивает на размеренный лад и внутренний разговор о том, что действительно важно. Для нас, как для учащихся лицея, названного в честь Александра Сергеевича Пушкина, крайне важно почтить память великого русского поэта. Сегодня мы все вместе собираемся, играем различные миниатюры, читаем стихи. Это развивает не только память, но и позволяет раскрыть свои творческие способности. В аккомпанемент к музыкальным фразам – лирические строки классика. Самые известные произведения из уст этих юных физиков и лириков звучали более чем убедительно, показывая не только серьезную учебную подготовку, но и творческий потенциал каждого из учащихся. Кого не утомят угрозы, моленья, клятвы, мнимый страх? Записки на шести листах, обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей. Конечно, полностью учебных занятий никто не отменял, но на каждом из уроков работа начиналась с прочтения строк классика. Считанные мгновения для того, чтобы настроиться на учебный лад и снова в путь за знаниями. С большим желанием и внутренней духотворенностью, такой, какая присуща только истинным лицеистам.